हेलोदुनी तो खेदया विशोदया प्रत्मीलो दमोदया छम्म शस्त्रो विवोदया रसोदया चित्तर पीतन मोदया शशद भक्ति विनोदया समोदया मधुर्ज मर्यादया श्री चैतन्य दया निधे तव दया भूयाद मंदोदया श्री चैतन्य दया निधे तव दया भूयाद मंदोदया गौरी गोष्ठीपति श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन गौरी गोष्ठीपति श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद In the history of human civilization, Gaudiya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что в истории человеческой цивилизации никто не надеялся, что такой дар он может прийти в нашу жизнь. И это нечто уникальное. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад говорит, если вы следуете чистым гуру и вайшнавам, тогда вы сможете понять, какое великое благо, великий дар он ждет нас. Что ожидать, что говорить о наших ожиданиях, мы не можем представить, какое великое благо, какой великий дар может обрести все человечество по милости Рупануга Гуруварги. И день за днем я хочу объяснить великолепие, величие этого дара, но та шлока, с которой я начал, она превосходна. Она явлена Сваруп Дамодарой. И вот Сваруп Дамодар, он Навадвип Лила Паршат. Его предыдущее имя было Парушотам Брамачари. Он в Навадвип Лиле был Парушотам Брамачари. И вот, когда Шри Чайтанья Махапрабху он принял саньясу, он не мог потерпеть эту разлуку. Он думал, что же ему делать, куда идти. И он отправился в Варанаси, и так или иначе он был вынужден принять саньясу. И его имя было Сваруп. А Дамодар — это его титул. Он свидетельствует о том, что он очень сведущ в пении сангитов. Сангит Дамодар, он написал такую книгу о том, как петь о пении, в общем. И поэтому ему дали титул Дамодар, что он был великолепный певец, он был, как сказать, таким мастером. Очень искусным певцом, и поэтому ему дали такой титул. И та шлока, с которой я начал, она произнесена Сваруп Дамодарой. Он не мог потерпеть разлуку с Шри Чайтаньей Махапрабху. Он ездил по разным местам, но в итоге принял прибежище в Варанаси и принял саньясу там, и для него все же было тяжело там находиться, и когда он услышал, что Махапрабху, он отправился в Парушоттам Даму, в Нилачал, то он тоже пришел к нему, и когда он пришел, он принес ему свой полный распростертый поклон, он предался лотосным стопам Махапрабху. Он Махарадж говорит, что он поклонился Махапрабху таким образом, как будто он себя, подобно цветку, предложил лотосным стопам Шри Чайтанья Махапрабху. И потом он составил такую
такую шлоку. Вот эти слова, значит, Сарвабхаудамадар, он хотел сказать, что такую милость, такую милость, Дойя и Каруна, это слова, они практически одинаковы. Значит, буквально милосердие, что-то милость, и такой милости еще не было в истории человечества. И этот Каруна или милость, значит, исполнить чье-то желание буквально. То есть, а Шрила Прабхупад, он говорит, если говорить искренне, то мы все просим милости, так или иначе мы всегда просим чего-либо, мы подобные попрошайкам, не попрошайкам, а такое более такое просящим, что мы всегда просим какие-то материальные вещи, и поэтому Шрила Прабхупад, он говорит, что, говоря искренне, мы все просящие, мы всегда просим что-то, какое-то богатство, какое-то положение в обществе, какое-то еще что-то, уважение, почет и прочее, мы всегда просим этого прямо или косвенно. И такова наша жизнь. И такое качество, такое положение вещей не так просто изменить. Многие люди очень богаты, но они все же работают, ожидают что-то еще получить, и нет у них ограничений, их ожиданий. Они не могут остановить свою жадность. И поэтому вопрос о исполнении их желаний, всех желаний нету, поскольку их желание безгранично. Вот это вот та шлока, о которой говорится, что Дживана – вечная слуга Кришны, мы, может, ее знаем, но сердцем осознать это не так просто, поскольку если мы осознаем себя вечным слугой Шри Кришны, то все наши проблемы, они автоматически решатся. И вот Шрила Прабхупад говорит, что мы все всегда что-то просим, мы надеемся что-то получить от кого-то. И кто может показать нам милость, настоящую милость, как, например, какой-то попрошайка, нищий не может попросить деньги у другого нищего. А если... Но человек может быть богатым, но он все равно что-то ожидает получить, надеется на что-то, но и до тех пор, пока мы не сможем осознать свою сварупу, что нам по-настоящему нужно и что мы должны просить от саду, гуру и вайшнавов, то все проблемы, которые у нас есть, они такие останутся в нашей жизни. А почему мы пришли к гуру вайшнавам, чтобы решить эти вечные проблемы? Что это значит? Это узнать нашу сварупу, наше вечное «я» и обрести такое сокровище, с помощью которого мы освободимся от всех наших недостатков. И что говорит Шри Чайтанья Махапрабху? Вот он говорит эти слова, Махарадж на санскрите, на бенгале точнее говорит. Шри Чайтанья Махапрабху, он сказал, что я
я прошу милости премы, поскольку без премы наша жизнь, она пуста. И как обрести прему, зачем Шри Чайтанья Махапрабху явился в этом материальном мире, каково сокровенное значение той шлоки. Вот Махарадж повторяет ее. И вот день за днем мы должны обсуждать это. И вот Сварупа Дамодар, что он хотел сказать, эта шлока, это очень важная шлока. И вот Сварупа Дамодар говорит, что твоя милость, Доя, она настолько велика, настолько великолепна, что если какая-то пыль, какие-то нечистые вещи, они покрывают нашу сварупу, они будут удалены. Кхедая, значит, кхе на санскрите, это санскритское слово, значит неудовлетворенность. Кхед, значит неудовлетворенность. Многие люди, они всегда недовольны своим положением вещей, у них то того не хватает, то пятого, то десятого, и вот кхед на санскрите значит, что люди всегда зависят от чего-то, хотят чего-то, неудовлетворены чем-то. И Сварупа Дамодар говорит, что такая неудовлетворенность, она полностью уйдет из нашей жизни. И на самом деле наша милость, милость Махапрабху, его великодушие нельзя сравнить ни с чем. И следующие слова Махарадж объясняет. И любые споры. Они тоже будут разрешены. Если у нас будет видение, а если мы получим даршан лотосных стоп Шри Чайтанья Махапрабху, то после этого мы не сможем сделать ничего, кроме как предаться полностью его лотосным стопам. Это не вопрос философии, это вопрос чувства. И поэтому говорится, что есть океан премы. Но если мы не можем обрести эту прему, хотя ее океан, то это вопрос в том, почему мы не смогли ее получить. И вот любые споры между пандитами, учеными, саду и оно все остановится, когда они получат даршан лотосный стоп Шри Чайтанья Махапрабху. И поэтому Кришнадас Кавирадж Госвами был вынужден сказать вот эти слова. И вот Кришнадас Кавирадж Госвами, он был вынужден сказать эти слова, а не о том, что подобно тому, как пчелы, они
то есть спутники Шри Чайтаньи Махапрабху, подобно пчелам, которые летают, жужжат вокруг лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху, как пчелы, летающие вокруг цветов. Зачем пчелы летают, кружатся вокруг цветов, чтобы собрать мед из них? И вот когда пчела, она садится на цветок и сосет мед из него, то жужжание, оно прекращается. Когда они начинают пить мед, извлекать мед из цветков, они не жужжат. А когда они летают вокруг этих цветов, то жужжат. Но как только когда они начинают пить мед из цветов, то их жужжание прекращается. И вот те пчелы, которые летают вокруг, то есть спутники Махапрабху, которые летают вокруг лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху. И говорится, что те, кто хотя бы не полностью, а немножко даже смогут принять прибежище у лотосных стоп Махапрабху, даже не те, кто полностью ему предаются, хотя бы немного, то если у нас есть возможность принять прибежище у такой пчелы, имеется в виду с такого спутника Шри Чайтаньи Махапрабху, который олицетворяется этими пчелами. И вот если у нас есть прибежище, хотя бы немного принять прибежище у такой великой души, то у нас будет возможность почувствовать аромат этого меда, который, это сравнение такое, этого аромата меда, который исходит из лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху, и тогда никакие споры, никакие недостатки не будут. Они пропадут, точнее. И если наше сердце, наш ум, он не находится в этом материальном мире, то и проблем, соответственно, не будет присущих этому материальному миру. Махарадж приводит пример с гопи. Они, когда были на Курукшетре, они, говорится, что те, у кого нет привязанности к семейной жизни, то какие привязанности могут быть у них? И вот любые споры между пандитами или какими-то саду, которые спорят о сиддханте или еще о чем-то, они прекратятся. Расудая. И вот в этой шлоке первое слово какое? Вот в Бхагаватам первые слова «джанмадасью», что это значит? «Джанмо ади ясью касью вишасью». И «джанмо ади касью вишасью ятохо». Ятохо means by supreme law. Je, follow. Janmo adi janmo sthiti bhangu. Janmo mean creation of this material world. Janmo значит творение этого материального мира или поддержание и уничтожение. Это все творится Верховной Личностью Бога, Бхагаваном Шри Кришны. Janma.
То есть он это делает либо прямо, либо косвенно, все это делается Верховным Господом, но не все могут видеть, что именно он делает. Он не находится в фокусе всего этого. Он, если, особенно если косвенно это делает, то не все могут осознать, что все творится с помощью Верховного Господа. Same thing in sandhi, if you break, you can add Krishna Varnam Tisha. Махарадж рассказывает про санскритскую грамматику, что этими словами можно жонглировать, разделять, соединять, и различные значения будут проявляться, если местами переставить или еще что сделать. И Ади Расосу Janmo Addosya Yatoho. Janmo Addosya Yatoho means Adi Rasosya. Adi Ras means prime. Finally, is called Madhurasa. Oh, and oh, more filtered way, Farakya Madhurasa. Yatoho. If I can make this kind of meaning, this nice meaning can come. I was also wanted to speak, explain this thing. Raghupati Upadhyay. Вот Махарадж, когда был в Пури, он хотел объяснить о том, что говорил Рагхупати Упадхьяй. Он был пандитом вайшнавом, браманом. Он встречался с Махапрабху в Аллахабаде, в Арайграме. И там Шри Чайтанья Махапрабху, он был приглашен в Валабхачари. И Чайтанья Махапрабху отправился туда, и Рагхупати Упадхьяй тоже пришел, чтобы встретиться с ним. И они обсуждали, обсуждали что-то. Махапрабху, он знал сердце Рагхупати Упадхьяя, и он спрашивал, какая же дама наивысшая. Бара значит наивысшая. Вот слово бара на санскрите значит наилучшее, наивысшее. So бара матхури, мадхури бара. Among all дам. И вот среди всех дам матхура наивысшее. И because why? Почему? Матхура значит вместе с Вриндаваном. Матхура наивысшая дама, потому что внутри ее Вриндаван находится. Поскольку там Кришна явил свои лилы, и он обменивается пяти расами со своими спутниками. И хотя можно видеть, что все миры, весь мир, они наслаждаются расой какими-то чувствами, поскольку как мы можем жить без каких-либо чувств, без рас, никто не может жить, даже какие-то животные, насекомые, тараканы, змеи, все свиньи и все остальные живые существа, они хотят наслаждаться, они не могут жить и не наслаждаться какими-то вещами. И вот так или иначе мы все стремимся к наслаждениям. Материальные наслаждения не опасны, но без этих наслаждений, без расы, никакие души не хотят жить. И так или
прямо или косвенно все расы, они исходят из Верховного Господа. Но я могу доказать великолепие превосходства Шри Чайтанья Махапрабху перед Кришной. У Кришны, конечно же, нет никаких недостатков, но в сравнении с Махапрабху он имеет какие-то недостатки. И вот раса, прямо или косвенно, она поддерживает весь мир. Семейная жизнь, какие-то наши родственные связи и еще что-то, все с помощью расы оно поддерживается. И в Упанишадах говорится «расо вайсах», о том, что Кришна, Он источник всего, источник всех рас. И из Него дживы, они обретают различные виды рас. Какие-то прямо, какие-то косвенно. И поэтому они хотят жить и наслаждаться дольше и больше. И вот суть в том, что без расы мы не хотим жить, но прямо или косвенно материальные расы, они опасные, материальные наслаждения, они могут почти всегда, они приводят нас к проблемам, а трансцендентные расы, мы как раз стремимся к ним. И Шри Чайтанья Махапрабху, он хотел дать нам вкус харинама сначала. Если вы сможете обрести вкус харинама, то тогда вы не сможете оставить харинам. Если вы почувствуете вкус к святому имени, то вы никогда не сможете оставить его. И мы хорошо знаем, что Шри Чайтанья Махапрабху, когда он отправился в Варанаси, Пракашананда Сарасвати спросил, почему ты танцуешь и воспеваешь громко святые имена, почему? А Шри Чайтанья Махапрабху, он ответил, а почему же, то есть, почему ты вместо того, чтобы слушать веданту от нас, почему ты воспеваешь святые имена только? И Махапрабху сказал, что его Гурудев сказал, что он глупец. И нету права у тебя слушать веданту, поэтому повторяй харинам. Ты просто бери и повторяй харинам, и по милости моего Гурудева я воспеваю святые имена. И я не знаю, как я сошел с ума. Махапрабху говорит, что я сам не танцую, не пою, не плачу, я не делаю это специально, автоматически это происходит от воспевания святых имен. И я в таком положении нахожусь от воспевания святых имен. И вот сейчас я вернусь к тому, что Рагхупати Упадхьяй хотел сказать Шри Чайтанья Махапрабху. И вот Махапрабху спросил у него, какая дама наивысшая, по твоему мнению, и какой возраст Кришны он наилучший. И он ответил «Шьямаева Парамрупам». Шьямарупа, Кришна в возрасте Шьямасундара, он наилучший. И Адья-Адираса, та изначальная Мадхура раса, она наивысшая. И почему Парам Виджайте Шри Кришна Санкиртанам — это слоган Гаудия Матха? Почему? И вот это Парам Виджайте Шри Кришна Санкиртанам — это есть как девиз Гаудия Матха, поскольку из это Шри Кришна Санкиртаны, все расы исходят.
Sankirtanam from this Krishna Krishna Sankirtanam. И вот Парам Виджетая Шри Кришна Санкиртанам, то есть о том, что да восторжествует Санкиртана Шри Кришна, это есть девиз Гауди Мадха. И это есть дар Шри Чайтаньи Махапрабху. Я постепенно буду объяснять его дар. Но Сиддханта Шри Чайтаньи Махапрабху такова была, он хотел сказать нам, что через Санкиртан мы обретем все. Мы очистим наше сердце. Через Санкиртан мы обретем все. И через Нама Санкиртан мы сможем обрести все. И Сваруп Госай, я говорил о том, что Сваруп Госай был наивысшим авторитетом Гауди Сампрадая до сегодняшнего дня. Он авторитет, наивысший авторитет Гауди Сампрадай. И кто же сделал его таким авторитетом? Шри Чайтанья Махапрабху. И вот сам Шри Чайтанья Махапрабху, он сделал Сваруп Госая наивысшим авторитетом Гауди Сампрадай. А откуда мы знаем это? Где же документальное подтверждение? Может, вы помните, я говорил уже о том, что когда Шри Чайтанья Махапрабху, он являл лилу очищения храма Гундича. И вот там он, там Шри Чайтанья Махапрабху, он показал, что Шри Чайтанья Махапрабху, он наивысший авторитет в Гауди Сампрадае. И также я затрону Веданта Сутру, в которой научно описывается великолепие трансцендентного звука. И вот Гундича Мандир Марджан, очищение храма Гундича, было, эта лила была явлена Шри Чайтанья Махапрабху, и там случилось... А то есть Махапрабху там дал указание, что не говорить никаких материальных звуков, поскольку материальный звук прямо или косвенно, если мы используем его как часто, всегда, то мы оказываемся в оковах майи. Хотя выглядит иногда, что кто-то говорит харикатху, но кто может сказать, что это не материальная катха, поскольку трансцендентный звук, он исходит из такого трансцендентного духовного сердца, а материальные люди, они не могут произнести духовный трансцендентный звук, это невозможно. Если какой-то, это научно, материальный человек, он не может воспеть славу Кришны должным образом. Он может какую-то сухую философию говорить, что-то запомнить, читать что-то из бумажки и повторять чьи-то слова, но я видел то есть если просто повторять без осознания слова Махаджан, то толку мало от этого. И вот такая сухая философия, она не может затронуть наше сердце. А трансцендентный звук, а пракрита шабда и пракрита шабда, очень важно понять различие между ними. И Шри Чайтанья Махапрабху, когда Гундича Мандир Марджана происходило очищение храма Гундича, то Махапрабху, он сказал, что не нужно никаких слов говорить, просто знаками показывать, если что-то надо. И тем временем один браман с прекрасным сердцем, он пришел к Шри Чайтанье Махапрабху с горшком воды с Индрадюна Сарова, набрал этот горшок воды. И вот он пришел, подошел к Махапрабху и вылил эту воду на лотосные стопы Шри Чайтаньи Махапрабху.
Махапрабху являл лилу преданного, в то время он возмутился, что «что ты делаешь, как ты перед Господом, Господь тут находится, а ты перед Ним мне стоп помываешь». И он позвал Сваруп Дамодара и сказал: «Смотри, что он сделал». И Шри Чайтанья Махапрабху сказал Сваруп Госвами вот эти слова. Тамар Гаудия. Это значит, что смотри, твой Гауди, что он сделал. И вот эти слова, что это твой Гаудия, Тамар Гаудия, что он посмел вот в храме перед Господом омыть мои стопы, то это есть указание, доказательство того, что Сваруп Госвами был сделан наивысшим авторитетом Гаудия Сампрадая. И Рупа Госвами, Санатан Госвами, Рагунадас Госвами, они вечные спутники Верховного Господа, но все же мы вынуждены признать, они все исходят от Сваруп Госвами, прямо или косвенно. И суть в том, и вот океан расы бесконечный океан расы исходит из лотосных стоп Шри Чайтанья Махапрабху. И вот в этой шлоке говорится, что эта раса, она может свести нас с ума. И мы хотим. Шри Чайтанья Махапрабху, он сам Шри Кришна. И в то же самое время он Радхарани. Я завтра буду говорить об этом, в этой превосходной татве. И через эту шлоку я хочу доказать, что Адвайгьян татва и Ачинтья беда татва, Шри Чайтанья Махапрабху, он сам олицетворение Ачинтья беда абьяда татвы, то есть татвы единого, единства и различия. И сейчас, и вот Махапрабху, он источник всех рас, расовый сах. И когда мы обретем эту расу, мы буквально сойдем с ума. Бхакти-винодая значит, бхакти значит действие, абхидея. Бхакти значит служение Верховному Господу. Бхакти значит служить Верховному Господу. Шрила Прабхупад говорит, бхакти это действие. Бхакти это не какая-то сухая философия. Нет, бхакти это действие. Бхакти, она может дать нам вдохновение, что мы будем всегда пытаться служить даме, нами, саду, вайшнавам и всему остальному, что связано с Кришной. Мы будем чувствовать вдохновение, что-то делать, какое-то служение, и это зовется и мы получим такое вдохновение к служению. And Madhurjo, I know, Krishna is the source of all rasa. Я знаю, что мы знаем, что Кришна это источник всех рас, но я хочу доказать то, что сказал Сваруп Госвами, оно полностью совершенно. Вот эти слова он сказал. Сваруп Госвами никогда не говорил, что Кришна. Он вот эти слова сказал. Я имею в виду, что Кришна, что Парататтва в своей
своей как, наивысшей степени, но нельзя сказать, что эта степень чем-то ограничена. То есть такие английские слова, ну, вообще как человеческие слова, нельзя сказать, что это в какой-то превосходной степени. Но это, то есть эта степень превосходства может быть не ограничена превосходно. Как, например, смотрите, Кришна, он Мадан Махан только тогда, когда Радхарани вместе с ним. А когда Радхарани нет, он уже не Мадан Махан. Он только тогда, когда Радхарани вместе с Кришной, он зовется Мадан Маханом. То есть Кришна — это тот, кто может очаровать весь мир, но он сам очарован Радхарани. И вот Сварупа Госвами хотел дать нам такое свидетельство, а почему он так сказал? Сварупа Госвами не сказал, что Кришна, он... Что он... То есть он говорит о том, что самое великолепное — это Гуранга. А почему? То есть в этой шлоке почему говорится, что именно не Кришна, он, как сказать, такое нечто наивысшее, а Шри Чайтанья. Но когда Радхарани она приходит к Кришне, то Кришна, и вот перед Сварупа Госвами Махапрабху хотел сказать: «О, Сваруп, я хочу дать тебе вкус того, что Кришна, он бесконечный океан Мадхурии. Кришна, он бесконечный океан Мадхури расы. И обусловленная душа, если она получит хотя бы каплю с этого океана, то эта капля насытит всю его жизнь. И Махапрабху говорит, что я хочу дать тебе вкус этой Кришна премы. Попробуй так, немного такого вкуса Кришна премы. Это бесконечного океана Кришна премы. И этот океан Кришна премы, он бесконечен. И когда Кришна приходит к Радхарани или Радхарани Кришне, то эта Кришна Мадхури, она увеличивается. И also, by looking the reaction of Radharani, he has been given the bhava, excellent bhava. Krishna also increases. Видя, что это чувство любви Мадхури, оно увеличивается. Again looking this Krishna, there is some competition going. Yes, competition going. То есть как, когда Кришна находится с Радхарани, их чувство любви по Мадхури относительно друг друга, оно увеличивается. И Радхарани
И это их чувство, оно постоянно увеличивается, когда они смотрят на чувства друг друга, и нет ограничения этим их чувствам. И если вот у вас есть представление такое, что об каких-то ограничениях в духовном, то обязанность Садхгуру вывести вас из таких материальных представлений об ограничении. Почему Рай Рамананда, хотя он вечный спутник Шри Чайтаньи Махапрабху, он был... И вот почему он упал без сознания. И Махапрабху, когда прикоснулся к нему, он пришел в чувство. Махарадж завтра об этом будет говорить. Но сейчас тема о том, что Махапрабху, он плачет и говорит о себе, что он, у него нет премы любви к Кришне, что он без такой бег. И Махапрабху почему-то говорит только для того, чтобы дать нам пример. И Шри Чайтанья Махапрабху всю свою жизнь, каждый его шаг, который сделан Шри Чайтанья Махапрабху, у него есть какой-то цель, почему он делает что-то так или иначе. У каждого его действия есть несколько целей. То есть его жизнь, она примером для нас является, и поэтому он, в каждом своем шагом он дает нам пример, что нужно делать. И Шри Чайтанья Махапрабху, он что нам хотел дать? Если мы осознаем, какой дар хотел даровать нам Шри Чайтанья Махапрабху, мы сразу оставим все стремления к чему-то иному. Когда Шри Чайтанья Махапрабху принял саньяс, то Шри Чайтанья Махапрабху, он являл лилу сумасшествия. И Шивананда Сен, он... Вот Кави Карнапур, он пытался описать чувство Шри Чайтанья Махапрабху. И Шри Чайтанья Махапрабху в то время говорил, что я не знаю, я был настолько привлечен Кришной. Шри Чайтанья Махапрабху говорит, а точнее Кави Карнапур описывает чувство Шри Чайтанья Махапрабху, что после принятия саньяса он явил лилу сумасшествия. И вот он говорит о себе, что я не знаю о моей будущей жизни, я не заинтересован в ней, я принял саньяс из-за моего сумасшествия, я хотел прыгнуть в океан Кришна расы. И И сейчас я не знаю, я утону в этом океане или буду плавать в нем, в этом океане Кришна Премы, и это все зависит от Кришны. Саньяса значит, что нет такого планов на будущее. Кто, ну, если в Индии можно индийское правительство, но планы составляет там на 5 лет, на 10 нам, то сделать надо 5-е, 10-е. Но Махапрабху, ну, вообще у саньяси нету таких планов. Махапрабху говорит о себе, что я прыгнул в океан Кришна расы, Кришна Премы, и что дальше случится в будущем, я не думаю об этом, я саньяси, мне не положено думать о будущем. Кришна знает, что будет лучше для меня. И Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что у меня нету ни капли премы, я знаю, что
во всех бесконечных вселенных Кришна Према — это единственное сокровище, но у меня нету ее. Моя жизнь подобна насекомому. И насекомые, которые летят на свет, они, даже если это свет от огня, они летят в огонь, они не могут остановиться, они настолько привлечены этим сиянием огня или вообще светом, то даже если это свет от огня, то они все равно летят и погибают в этом огне. Если мы подумаем, что они специально летят в огонь, чтобы умереть, но где же такие глупцы? Это неправильно. Эти насекомые, они не могут сдержать себя от того, чтобы лететь на свет, даже если это свет от огня. И они погибают таким образом. Их крылья, когда они летят в огонь, они сгорают, но сияние огня, они, оно настолько привлекательное для них, что они не могут сдержаться, не могут остановиться. И также Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что я не могу сдержать себя. Я был вынужден прыгнуть в этот океан Кришна Премы. И вот Махапрабху спрашивали, почему он плачет, а Махапрабху говорит, что я... То есть у меня нету этой любви, то есть он говорил о себе. И вот сочетание Махапрабху говорил, когда же смогу обрести такое настоящее чувство любви, когда я буду плакать о Кришне. И сочетание Махапрабху в начале всего, последние 12 лет он жил в Гамбхире, являл такую лилу, но перед этим сочетание Махапрабху все время он совершал нам санкиртан. Нам санкиртан — это и цели, средства. Вместе с Раманандой Махапрабху они обсуждали это, что нам санкиртан, он спасение для жителей этой Кали-юги. И вот сейчас я хочу сказать о Намататве, трансцендентном звуке, о Пракрита. Разница между духовным и трансцендентным миром. Нельзя сказать, что это разница подобна разнице между адом и раем. Это разница бесконечна. И из Веданта Сутры мы такую штуку видим. Гунас Четна Атма Сабьям. Что? Что это значит? Атма Шабда, что значит это слово? Атма Шабда значит звук. И, то есть, звук, которым обозначают какой-то предмет, и этот предмет, они не отличны. То есть, именуемым именем они не отличны. И поэтому говорится, и вот суть в том,
И в Бхагаватам также мы можем найти, что о славе Намы. Когда Парикшит Махарадж, он хотел спросить Сукадева Госвами о том, какой же, как можно достичь наивысшего блага. Когда мы знаем наверняка, что мы умрем сегодня, завтра или в любое другое время, и когда мы уже уверены в нашей неминуемой смерти, то тогда мы не будем терять время зря. И вот Парикшит Махарадж, он спросил у Шукадева Госвами вот этот вопрос. Самсити значит есть, то есть самситхи в его вопросе, что значит самситхи, не значит как обрести эти какие-то йогические совершенства. Махарадж объясняет, есть в санскрите какие-то предлоги, которые есть использовать вот эти пропара, апара, ано. Если мы используем их перед каким-то словом, то значение этого слова кратно увеличивается. Вот упасарга, значит, префикс эти, предлоги. Если мы будем использовать какой-то, например, про на санскрите. На санскрите слово прохар значит ударить. А если не, а если бихар, например, это путешествовать, хотя корень и хар одинаковые, приставка меняет его значение. Санхар значит забрать, например, хотя корень одинаковые. А в смысле санхар убить, значит. И вот смотрите, одно слово имеется в виду корень, а если приставки разные, то значение совершенно разное. И вот об упасаргах говорится вот. И вот что Махапрабху хотел сказать. Махапрабху говорил о себе, что у него нет даже капли любви к Шри Кришне. И вот Парикшит Махарадж спрашивает. Ата причами сам сидим, сама сисити, значит, как, это слово значит, как достичь всех совершенств. Парикшит Махарадж не спрашивал какие-то обычные совершенства, как например, восемь видов йогических совершенств, либо какие-то другие совершенства. Он не был заинтересован в этом. Парикшит Махарадж, он
Он имел в виду другое, то когда какая-то вопрос в том был, что если какая-то душа знает, что она умрет очень скоро, то что же делать? Какое решение? Амрита. И вот, а что же ответил Шукадев Госвами? Бхагаватам — это наивысшее свидетельство, наивысший документ. И смотрите, в конце 18 тысяч шлок, какая же шлока, вот эта шлока приводится. Махарадж ее повторяет. Это последний шлока в Бхагаватам. А в Веданте, какая же последняя шлока в Веданте, кто знает? Вот эти слова два раза повторяются. Как в Бхагаватам, так и в Веданте. Последнее заключение Веданте, но эти слова значит, что нужно повторять святое имя. И тогда вы сможете прекратить ваши циклы рождения и смертей. Аврити, значит, такие повторяющиеся циклы рождения и смертей. Шанкарачарья тоже говорил об этом. И вот Парикшит Махарадж, он спрашивал, и Шукадев Госвами отвечал, какой же дар Шри Чайтанья Махапрабху, какой же... И за этим даром Шри Чайтанья Махапрабху все остальное, что мы только можем ожидать, оно есть. Когда Шри Чайтанья Махапрабху родился как ребенок, он явил уже славу Нама Санкиртаны. И те, кто хотят стать бесстрашными, это, вот это, эти слова значат, что найти решение для всех проблем на всю жизнь, не просто на всю жизнь, на все оставшиеся жизни тоже. И те, кто хотят стать бесстрашными, для них это совет, данный всеми святыми. Они собрались и пришли к заключению, вот к этому заключению. Все йоги, что значит бхакти-йоги, гьяна-йоги и прочие йоги со своей нейтральной платформы, они пришли к одному решению, к какому же, вот к этому. Они советуют воспевать Махамантру, Хари Кришна Махамантру. Харир Наману Киртанам значит, что это значит? Ану Киртанам значит, это не снова и снова и под руководством Гуру Вайшнавов мы должны воспевать Махамантру.
мы должны... И Анукиртан, значит, это повторять Махамантру за какой-то великой личностью. И... Если мы полностью предались лотосным стопам нашего Гурудева и Бхактивинода Такура, то никто не может остановить нас от того, что мы будем говорить Харикатху. И если кто-то не полностью предался Гуру Варге, то он не может говорить Харикатху. И поэтому Шукадев Госвами, он отвечает на этот вопрос. И вот воспевание святых имен — это единственное решение, чтобы сделать нашу жизнь безупречной и избавиться от всех страхов и найти решение для всех наших, этой жизни и всех последующих. И те, кто уделяет внимание Харинаму, ништа значит влечение, вдохновение Харинаму. И что Шри Чайтанья Махапрабху говорил, что Бхагаватам говорит, что Веданта, они говорят о том же самом, нужно просто более глубоко смотреть на их слова, и тогда мы поймем, что они все говорят о величии святых имен, и те, кто хотят получить освобождение Майвади, они стремятся к мокше, они хотят избавиться от всех проблем. Они видят, что в материальном мире так много проблем, но они хотят избавиться от всего этого. Но мы не хотим этого. Это не наша цель. Из киртанов Махаджан мы знаем, что если я встречаюсь с какими-то проблемами в служении Верховному Господу, то в этом нет ничего плохого. Если мы хотим совершить служение Верховному Господу, но какие-то проблемы возникают по пути, то в этом нет никаких проблем. Как, например, Кунти Деви, она в своих молитвах что говорит? Она молится Верховному Господу, чтобы Господь послал как можно больше проблем в ее жизнь. А почему? Никто так не молится. А почему она молится Кришне, чтобы он послал проблемы? А поскольку, если они находятся в каких-то проблемах, то они видят, что Кришна присутствует вместе с ними. Кришна, он помогает решить и все проблемы. И любые проблемы, когда случаются в нашей жизни, мы всегда видим Тебя с нами, так Кунти говорит о Кришне, что все проблемы, которые являются в жизни Панчападдавов, то они видят Кришну, Он помогает им. А сейчас ты хочешь поместить нас в какое-то положение без проблем и сам уйдешь в двораку, то настоящая проблема сейчас начнется, когда ты уйдешь от нас. И тогда Кунти говорит, что настоящая проблема сейчас начинается, поскольку ты уходишь от нас, оставив... И поэтому мы хотим находиться всегда под руководством гуру и вайшнавов. Мы хотим находиться под их руководством. Мы никогда не хотим контролировать гуру и вайшнавов. Нет, наоборот, мы хотим быть под их контролем, чтобы наша жизнь, она
была в соответствии с их желанием. Это главное. И вот из Бхагавата мы такой же совет находим, что воспевание святых имен — это единственное решение для Кали-юги. И Махапрабху перед Рам Махашоем говорит то же самое, что спим мы, что спите вы или едите, всегда Харинаму творите. Все время думайте о Кришне, о Его святых именах. И Шрила Бхактивинода Тхакур, он говорит, дает такой пример, что подобно тому, как дерево, оно терпит все. И также мы должны быть более терпеливы, чем дерево. И более смиренны, чем травинка. И это единственное качество, которое нужно нам для того, чтобы мы смогли говорить Харикатху и всегда воспевать святые имена. Киртанья Садахарих. Только тогда, когда мы, у нас будут эти качества, мы сможем всегда повторять святые имена Шри Кришна. Если у нас есть ништха, вдохновение и вдохновение Харинамам, и мы никогда не сможем оставить Харинам, подобно тому, как Харидас Такур, когда он воспевал святые имена, то местные мусульмане, они решили избить его на 22 базарных площадях, чтобы он умер. На 12, точнее. И вот на 12 базарных площадях они и били Харидас Такура. Но Харидас Такур, он молился Кришне: «О Господь, они не знают, что они творят. Они невежды, и, пожалуйста, прости их». И вот Харидас Такур молился за своих палачей, и поэтому у нас есть право говорить о том, что вайшнав более терпелив, чем дерево, поскольку дерево может страдать от всего, но это дерево, в отличие от вайшнава, не может, не будет молиться о нашем благе Господу. Если кто-то, например, собирает плоды, цветки, листья, либо рубит ветки дерева, либо спилит само дерево, то дерево оно будет терпеть, но молиться за наше благо оно никогда не будет. Но Харидас Такур, смотрите, когда палачи его били на базарных площадях, он молился Господу, чтобы Господь простил и благословил их. И вот Харидас Такур, он молится за нас всех: «О Господь, прости их». И сейчас, и вот, когда Харидас Такур и Махапрабху говорили о Харинам Санкиртане, то Махапрабху спросил: «О Харидас, как же мусульмане, они могут обрести освобождение? Что им делать? Мокша?» Даже Шанкар Сампрадай, мокша значит слиться с безличным сиянием Брахмана, но и с Бхагаватам. Что значит мукти? Какое же настоящее значение? Из Бхагавата мы более глубокое значение этого слова узнаем. Что мукти значит? Если мы сможем обнаружить свою сварупу, это есть, это, то есть вечное, наше вечное предназначение, наше, то это есть мукти.
просто гьяна, сухое знание, но без бхакти, оно не может даровать нам мукти. Те гьяни, йоги, какая-то бхакти, какая-то преданность, она должна быть у них, поскольку без бхакти, йоги, гьяни в их соответствующих этих сампрадаях, они тоже не могут достичь успеха. Йоги, гьяни, они все не могут обрести успеха до тех пор, пока у них не будет бхакти. До тех пор они не смогут достичь настоящего успеха на своем пути. Мукти – это значит бхакти, но мы обретем это бхакти в том случае, если у нас есть вдохновение, стремление к воспеванию святых имен. И вот Махапрабху спрашивает у Харидас Такура, как эти мусульмане смогут обрести освобождение, то Харидас Такур говорит, что не нужно так много думать о них. Они харинам не повторяют, но иногда харам повторяют. И их вот это слово харам, как бы харинам они не повторяют, но из-за их невежества так или иначе они имя Рамы повторяют. Это не настоящий харинам, это намабхас, какое-то подобие святого имени. Ха значит, это такое, значит, буквально о по-русски. Харам значит о Рама. Они не хотят этого говорить, но как Валмики Муни, он своему ученику, который не мог имя Рамы повторять, он только Мара мог повторять, значит, мертвое тело Мара на санскрите. Валмики говорит не Мара, а Рама, но этот человек не мог повторять, он был настолько грешен, всю жизнь занимался грехами и не мог имя Рама даже повторять. Ну, хорошо, тогда Мара повторяю. И он повторял слово Мара, 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 и так слово Рама получалось. Матхура. Матхура means Матхура about, you know, Расавилас, Эфлор, Тасамавираву Чоури, Шакшатман Матуман. Шакшатман. Тасамавираву Чоури, Питамбара Сарви, Шакшатман. Манватамин can give a churning and start the mind. Material mind, what to speak about material mind, when и когда Шукадев Госвами, он медитировал на безличное сияние Брахмана, он достиг такого устойчивого положения в Ниргуна Брахмане, но он был привлечен Кришной. И вот он был занят медитацией на безличный Брахман, и что случилось? Но он был вынужден прийти к Вьясадеву, когда он услышал шлоку. И когда этот один из учеников Вьясадевы пошел собирать дрова в лес, Вьясадев сказал повторять ему эту шлоку, когда он ходит по лесу и собирает дрова. И Шукадев Госвами, он услышал эту шлоку, он вышел из медитации, откуда этот прекрасный звук? И он попросил, продолжай говорить дальше. А этот ученик Вьясадевы сказал, что пойдем к Вьясадеву, он дальше будет говорить. И таким образом Шукадев Вьясадев, он смог
весь Бхагаватам поместить его сердце Шукадева Госвами. Он был достойнейшей личностью. И поэтому мы от него смогли получить этот нектарный Бхагаватам. И Шукадев Госвами, он подобен попугаю. А попугаи, когда они... Почему Бхагаватам настолько сладка? Подобно тому, как попугаи, они едят... Не едят, точнее, клюют только самые сладчайшие плоды. И от их этих... То есть суть то, что когда попугаи пробуют какие-то плоды, они более сладкие становятся. И также Шукадев сравнивается с попугаем, что Бхагаватам из его уст он более прекрасен, более сладок. И вот когда мы говорим какие-то материальные слова, то у нас есть представление о каких-то предметах. Например, рис зовется рисом, лошадью. Если посмотреть на детские книжки, то эти слова, они картинками также обозначаются. Рис, рис, картинка риса, лошадь, картинка лошади. И мы из-за нашего материального представления, мы имеем четкое представление о том, что есть что. То есть, если кто-то рис говорит, мы представляем рис. Но если кто-то... Но, например, если мы очень хотим пить и будем повторять с вода, но воды не будет. И где вода, а где название воды. То есть, можно просто повторять это слово «вода», но сама вода, она не явится перед нами, поскольку слово «вода», оно отлично от объекта воды, который обозначается этим словом. Полностью отлично. Но в трансцендентном мире Мадхавенда Пури, когда он говорит о Вриндаван, о Мадхуранадх, и в то же самое время Вриндаван, он является... В этом слове, с этим словом Вриндаван, он может явиться, понимаете? И поэтому Радхарани была вынуждена на Курукшетре сказать перед Кришной, что вот эти слова. И вот Радхарани сказала перед Кришной, для других людей Вриндаван — это что-то другое. Когда они говорят Вриндаван, они не думают о нем и не чувствуют. Для других людей Вриндаван и их сердце, их ум, они в разных положениях находятся. Но это не так, как со мной. Мой ум, он отличен от этого. Радхарани говорит Кришне, что когда мой ум и сердце, они не отличны, в моем сердце находится Вриндаван, мой ум, он не отличен от Вриндавана. И Радхарани хочет сказать, что я явила свой ум как Вриндаван Дамо. Мой ум, он не отличен от Вриндавана. Мой ум, он не отличен от Вриндавана. Не то, что я говорю Вриндаван, а думаю о другом, размышляю о третьем. Нет, это не так. Мой ум между моим Вриндаваном, моим сердцем и умом нету разницы. И туда ты должен вернуться во Вриндаван и опять явить свои лилы со мной там, и тогда я пойму, что ты
даровал мне свою полную милость, иначе нет. И вот Хари Кришна Махамантра выглядит, что она состоит из 16 этих слогов и 32 букв. И также хочу сказать то, что Хари Кришна Махамантра, это значение ее дано Джива Госвами Падам, Гопал Гуру Госвами, и Рагунат Дас Госвами тоже говорил о значении Махамантры Джива Госвами Пад, все они. И так или иначе, Хари Кришна Махамантра, вы есть такой киртан, вот этот Харихара. Но если я спрошу Харихара, вот что значит эти слова Харихара? Что значит Хари Харая Кришна? Хари Хари, это понятно, что Хари. А Харая? Многие думают, что это Махадев, Хари Хара Махадев, но нет, это далеко не так. Это слово не значит Махадева. Шиву. Многие неправильно говорят. Там Махадеву как бы места нет, а откуда он придет. Хари, Хари значит тот, кто заберет все зло от нас. Он тут есть Хари, Харай. Харай значит это четвертый падеж на санскрите. И вот там можно найти вот это четвертый падеж на санскрите. Мунае. А там Харае, соответственно. Я предлагаю свои поклоны Хари, которую забирает все зло. И вот объяснение Хари Кришна Махамантры очень много, я сейчас не буду это все объяснять. И вот Хари это тот, кто забирает все зло от нас. Хари Кришна. Кришна значит. Кришна значит Кришна. Он совершает лилы с Радхарани. И вот там Харе и Хара. Если мы зовем кого-то, это звать Хара значит звательный падеж, а Рама, Рам, Джива Госвами Пад говорит, и Рагунат Дас Госвами говорит, Раманат Рам, Рам, кто-то может думать, что Рам это Дашаратхи Рам, Рамачандра, с луком и стрелами, но нет. Джива Госвами Пад говорит, нет. Рам значит тот, кто являет лилы, свои трансцендентные лилы с Радхарани, он зовется Раманат. Вот Раман, вот это Раманат Рам Ити Учате. Он Рама, тот, кто Рада Раман, например. Тот, кто совершает лилы с Радхарани, он и есть Радхараман. И вот Хари Рам значит, Рам значит Раманатхарам. И Шри Чайтанья Махапрабху дал нам такой совет, я уже говорил. И Икшатена Асадбьям.
Это слово из Веданта Сутры, я вынужден сказать о ней, поскольку я не, если не скажу об этом, это будет не полным, не законченным. И вот Икшатена Асабьям, это очень научное, научное шлока. Мы не должны пытаться смотреть. Икшатена Асабьям, мы не должны видеть звуки, которые материальные, которые не атмашабда, не трансцендентные. Атмашабда значит чистый звук, который исходит из трансцендентного мира. И в Веданта Сутре говорится, что мы не должны пытаться смотреть на материальные звуки. Эта сутра косвенно говорит, что он имеет в виду. Икшатена Асабьям, что пытайтесь видеть, смотреть трансцендентные звуки. И вот Икшатена Асабьям говорит, что мы не должны видеть материальные звуки, а должны смотреть на трансцендентные. То есть говорится, что мы должны пытаться видеть звуки. А почему именно видеть звуки, а не слышать? И вот мы должны пытаться видеть трансцендентные звуки. Это наставление Веданта Сутры. Материальные звуки, у них тоже есть какие-то качества. У них мы можем видеть материальные звуки, как их видеть. Вот, например, кардиограмма, например, это как так выглядит звук удара в сердце. Если мы запишем какой-то звук, потом можно видеть волны звуковые. Либо вот в прошлом веке были граммофоны, и как звук записывали на пластинку, записывали звук, а когда эта пластинка вращалась, и этот пьезоэлемент, он когда в виде иголки он соприкасался с этой вращающейся пластинкой, граммофон назывался, и тогда записанный звук, он опять воспроизводился, то есть можно практически видеть звук вот в форме такой грамм-пластинки. И почему мы не можем поверить, что трансцендентные звуки, у них тоже есть какая-то форма, если материальные имеют форму? Мы должны верить в это, и это научно, что трансцендентные звуки, у них есть определенные качества. Когда Мадхавендра Пури Пад говорит «Ха Кришна, Ха Мадхуранат», то с этим звуком Кришна, он не отличен от этого звука. Кришна, он присутствует в этом звуке. И поэтому мы можем сказать, что Бхагаватам, оно в форме Шабда Брахмана. Бхагаватам. Что значит Бхагаватам? Бхагаватам в шастрах Шукадев Госвами говорит, что Бхагаватам – это не что иное, как сам Шри Кришна, Кришна Эвахи. Как это? Вроде слова, как слова какие-то, но это трансцендентный звук. Сам Шри Кришна присутствует в этом трансцендентном звуке в Бхагаватам. И, но не все могут поверить в это. Почему мы не можем поверить, что Дикша Парикшит Махараджа, она совершилась с помощью Шукадева Госвами? Почему? Во время того, как он слушал Бхагаватам, через Бхагаватам Шукадев Госвами, он дал самого Шри Кришну Парикшит Махараджа.
когда Гурудев дает вам Кришна мантру, Кама Гайтри, Кама Биджа и прочее, то Гурудев самого Все Кришну дает вам. Гурудев в тонкой форме уже дал вам Кришну, но не все могут осознать это. А как тот день, когда вы осознаете, что такой великий дар дан вам Гурудевом, я пример могу привести. Когда был Шичитанья Матха, потом лет через 5-10 случай случился. Какие-то младшие преданные, они, им было там, от 10 до 15 лет, они только пришли в Гаудия Матх, практически только пришли, они сидели под деревом и разговаривали. Иштагошки проводили, что вопрос у них у многих был, что Шрила Прабхупад, он вечный спутник Верховного Господа Гуранги Махапрабху. Мы знаем об этом, и Шрила Прабхупад дал нам харинам, мы харинам получили от Шрилы Прабхупада, мы повторяем харинам, но ничего не чувствуем, что делать. Хотя мы знаем, что Шрила Прабхупад самого Шри Кришну дал нам, а мы повторяем харинам и не чувствуем вдохновения, что же делать. И один старший преданный, впоследствии он саньяса получил, Бхакти Маюк, Бхагават Махарадж имя его было. И вот он мимо проходил и спросил, о чем они говорят. Они сказали, ничего не говорим, нет, рассказывайте, я, может, помогу вам или сам спрошу что-нибудь. И вот они сказали, что вот мы знаем, что Шрила Прабхупад, он вечный спутник Верховного Господа, он дал нам харинам, но почему мы не чувствуем, что харинам, он не отличен от самого Шри Кришны, хотя Шрила Прабхупад дал нам Кришну в такой тонкой форме. Можете ли вы сказать причину, почему мы ничего не чувствуем? Хорошо, я отвечу. И вот этот Бхакти Маюк Бхагават Махарадж начал говорить, смотрите, такой пример, например, какой-то маленький мальчик, какому-то ребенку дать какую-то конфету или печенье, он очень рад будет, а если дать ему какой-то драгоценный камень или золото, или серебро, или ценные бумаги какие-то, он не поймет значения этого. Если дадите какое-то золотое украшение, он его выкинет, скажет, дайте лучше конфеты и печенье. Как Хануман, когда Сита Деви дала ему какое-то украшение из драгоценных камней, то этот Хануман, он он раскусил его и выкинул, поскольку рамы там не было. Вот, то есть толку обезьяне давать какие-то украшения. И вот он продолжает, что пока вы ребенок, вы не можете оценить величие того дара, который дал вам Гурудев. Мы знаем, что Кришна-нама, он не отличен от самого Шри Кришны, но практически осознать это не каждый может. Подобно тому, как ребенок, если, например, у какого-то ребенка отец и мать умерли, но перед своей смертью они составили завещание на имя этого ребенка, то в Индии еще есть такие конторы, которые занимаются опекой. То есть в таком случае, что если родители умирают, то эти компании, они берут на себя ответственность, и, в общем, они хранят это наследство до того момента, когда ребенок не повзрослеет, и когда он достигает совершеннолетия, потом ему это богатство переписывают на него опять. Вот в Англии случай был такой, что в Англии был какой-то миллионер, и у него не было никаких родственников, ну, либо он с ними не дружил, и
миллионы паундов он составил завещание на имя своей собаки. А я сказал, что тот человек, который мог, ну, не мог, а тот человек, который смог все свое богатство завещать своей собаке, то, видно, он сам такая же собака. И вот, ну, не знаю, как у нас, но в Индии есть такие компании, которые занимаются сохранением наследства до момента совершеннолетия наследника. И вот когда этот ребенок, он повзрослеет, он поймет значение богатства, недвижимости и еще что-либо, какого-либо наследства, которое оставили ему родители. И вот когда этот ребенок он достигает совершенства, он уже к тому возрасту должен осознать значение этого наследства. То есть если ему на него оформят раньше, то он может его просто разбазарить, либо поменять на какие-то конфеты и прочее. И поэтому такие компании занимаются сохранением его наследства. И также мы, пока мы малы, мы не можем осознать всего величия того дара, того наследства, которое дано нам нашим Гурудевам. То, что Кришна и имя Кришна, оно не отличное. То, что Кришна, то, что Гурудев дан нам к самому Шри Кришну в тонкой форме, но мы из-за своего непонимание этого величия мы еще не можем осознать этого, а когда мы впоследствии, когда мы повзрослеем, мы осознаем величие всего наследия, которое дано нам, нашим Гурудевам и Гуруваргой. Если вопросы какие-то есть, можно спросить. Give final task to Vyada Mandodaya. What do you mean by Vyada Mandodaya? Doya, что значит? Doya значит милость. Корона тоже милости. По-русски не знаю, как великодушие или как-то так. То есть завтра будем обсуждать о том, о той милости и великодушии Махапрабху.